Ку-ку, дорогие друзья! С вами Кристиан Блэк, и это... Да-да, возвращение к истокам. Frozen State. Эта игра обновилась, и... мне хочется поиграть за... О, Мария открыта! Ядерный... физик. По лицу не скажешь. Ну да ладно. Так или иначе... мы... вновь возвращаемся... Собственно говоря, с чего начали? Многие из вас наверняка не помнят, с чего начался этот канал, а? Меня прям захватила ностальгия. Я хочу поиграть за Ингвара, ибо он офицер и все такое. Так что... за Марию хотелось бы, конечно, как она кричит от боли и все такое, но... она слабая, а Ингвар сильный. Минутка сексизма. Поехали. Welcome to... Дуга 40. Ура. Графика немного обновилась. Да-да, все, я вспомнил управление. Water flag. Пикап. Пикап. Окей, что дальше? Теперь. Да, Campfire мы тоже знаем. Да, тут все нормально пока. Надеюсь, сразу тварей не будет. Подсказки все те же, графика лишь немножко обновилась. Посмотрю, что у нас еще здесь есть. Старый, милый, добрый дом. С таким же неудобным наклоном. Да-да-да, спасибо. Теперь он слегка притормаживает, когда... А, да, спрятались. Помню такое, да. Только нам это не помогало, особенно от Джека. И от прочих ребят. Я прям соскучился по этой игре. Интересно, что же добавили? О, буржуйка. О, у нас есть топор, точно. Надо бы вооружиться. Так, наган 5. Я уверен, что в нем нет патрон. Топор нормальный. О, есть патроны. И есть топор. Идеальный набор для выживания. Тут меня ничего не порадовало. Тут тоже особо... не валяшка. Активированный уголь. Ладно, выходим, как всегда, через заднюю дверь. Если, конечно, это можно будет. Да. Как же я соскучился по этой игре. Побежали на улицу. Так, вес нормально. 27 из 98 килограмм. Вот то ли дело, офицер. Костер горит через стену. Это тоже нормально. Главное, что температура хорошая. Твари нет. Так и должно быть. Это только первая локация, заметьте. А потом... всякие Васи, Плевуны. Сколько у нас фаервуда? Фаервуд, 13. Ну, мы собрались ведь долго выживать, да? Поэтому возьмем еще немножко. Вот так. Думаю, не пожалею о том, что оставил эти 5 там. А вдруг вернемся? Ах. Что это? Что-то новое. Разбитое стекло. Нововведение прямо. Old car battery нам не интересен. Нечего забивать лишним грузом. По идее, зрение должно быть на 180, но тут, видите, снег и все такое.
Ладно, поехали на другую локацию. Угу. Вау. Вау, вау, вау. Я могу двигаться или... Ладно, пошли туда. Ладно. Там есть порт, надо же, пошли сюда. Все стало так интересно. Ну давайте. Так. Вроде как тут. Мы тут. И мне уже как-то не по себе, знаете. Чтобы звук получался в игре нормальным, а не с эхо. Как на некоторых видео с Агатой. Мне приходится делать звук тише. Это что это такое? Я нажимаю на С и что-то происходит. Давайте посмотрим, что это такое. Game. Normal. Не могу поменять, но ладно. Так, run C. Что там на C? C. Не вижу C. Так, а как мне run? Крауч на space, run на left или right shift. Окей. А, то есть мы сейчас бежим, а так. Смешно ты, конечно, делаешь, офицер. Ладно. Температура пока нормальная. И твари мы не встречаем. Может посетить то здание? Хотя как-то не особо горю желанием. Ладно, пошли. Сюда. Не могу. Хорошо, без проблем. Офицеры все стерпят. Да, первая игра. Моя первая игра на этом канале. Ну-ка, ну-ка. О, я могу даже взять... А, не-не-не-не, я уже один раз выпил кефир. Когда-то. До сих пор об этом жалею. Может, туда можно зайти как-то? Нет, столбов я больше не испугаюсь, хотя они висят прямо перед камерой, когда ты всматриваешься далеко в человечка. Ночь наступает, разве нет? Твари нет. Тупая ты. А, Джек, 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 Джек. Сколько лет, сколько зим. Тупая ты, тварь. Сдохни. Теперь наверняка все услышали, как я стрелял. Что это за режим? Я не понимаю, что это на С. Может, не знаю, стреляю лучше. Так, начинает нам зад подмораживать, поэтому давайте побыстрее пойдем. Игра стала загадочнее, что ли? Пошли в здание, я уверен, что мы должны согреться. Джек, сколько лет, сколько зим? Хотя тут одна вечная зима, так что... Так. Здесь, ну, вроде никто не должен входить. Дверь могу закрыть. Блять! Бам, бам,
Бам-бам, сучка. Тупая тык. Я вижу, как там что-то крадется. Разве нет? Блять! Та-да-та-та-да-та. Блять, бежим, 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 бежим. А то я вижу, что какая-то хрень происходит. Ты не понимаешь, что это. А, давай, 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 давай. Я уверен, что ты справишься. Давай, 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 давай. Да. Вася. Так не встречают гостей. Это не по-русски. А, ан... Язык сломаешь. Take all. Все, exit. Exit. А, мы замерзаем, замерзаем. Ладно. Секунду. Крафтинг. Food, survival. Нет, food мы ничего не можем сделать. Survival. Вот можем сделать campfire, chimpoity, discourse. Давайте, сделаем. Сразу сделали. Замечательно. К-к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 . Типа в самом низу. Ну да, по алфавиту. Да не кьюпа. Сетап. Давай. О, хорошо. А, теперь я загораюсь. Понятно. Ясно, я понял. Ладно, давайте попьем. Цианид, как всегда, присутствует. Что будет от этой замечательной... неплохо поели. Water flag, water flag. Где water flag? Вот он. Ням, все, в порядок. Мы немного горим теперь. Ладно. Проверим, что у нас здесь. Очень надеюсь, что игра не беззвучная, ибо для меня она самое что ни на есть беззвучная. Опять же, говорю для нормального звука. У меня есть флешлайт вообще. Почему я до сих пор не одел вот это вот? Так, 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 так. Не валяшка, зато у нас есть. Дроп. Обе. Стоп, флешлайт. Флешлайт должен, просто обязан быть. О, тофи, это конфетки такие, я помню. От голода. Давайте тут разведем костер, ну, знаете, за дверью. Блять! О-о-о-о! Тупая ты сволочь, собака, гнида. Тихо. 6 хп. Блять, как я испугался. Ладно, сосиска. Нормально. Хорошо, у нас есть активированный уголь. Activated carbon. Poisoning убрали, хорошо. Теперь у нас есть тофи. Тофи, я помню, конфетки замечательные. Давайте восстановим мне немножко хп. Теперь термометр. Paperclips. Packed lunch. О, нормально. Нормально, нормально. Уф. Сдох. Черт, просто жопа. Закрываем дверь. Ставим. Ставим костер. Campfire. Setup. Вот так. Фу, как я перепугался. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. Да, я вижу, что я могу сделать. Weapon. Crafted axe. Мне нужна парочка small planks. Молотов. Nail bomb. Nail plank. One shot. Нормально.
Только у нас нет weapon parts. А ну посмотри, что сделать можно из еды. Kettle with coffee. Давайте сделаем 3 штуки. Вот так, building materials. Small planks. Кстати, давайте сделаем. Да. И теперь можем сделать, ну, EVM, а вряд ли что-либо. А вот здесь вот handcrafted tags. Create. Мне нужен левел 1 какой-то, ладно. Ладно. Крафтинг, вот давайте прокачаем. Я не знаю, как это все прокачивается. Ладно. С этим разберемся потом. Так, тут у нас... Тут мануал, controls. Это все надо изучать. Крафтинг, журнал, билдинг. О, я могу устроить. Вы посмотрите. Small hut. Мне нужен small hut. Small plants, planks, log, fortifications. На все это нужно много древесины. Торч. Я не знаю, как добыть это. Смотрите, как все круто тут сделано. Нам вот эта штука нужна, разве нет? Все так круто стало, это просто, это нечто. Ладно. Смотрите, у нас здесь еще 5 кэмпфайров. А, игра стала невообразимо крутой. Что ж, пожалуй, на этом я закончу эту серию. Надеюсь, что вам понравилось, и будем продолжать. Спасибо за внимание. Всем пока.